начинать сразу же с практики. Поэтому я вас попрошу сесть поудобнее. Сесть поудобнее. Ноги, стопы ставим на пол. Сумку лучше убрать. Писать мы сейчас пока ничего не будем. Руки ложим на колени. Руки ложим на колени. Сейчас нам нужно будет отследить одну точку, которая находится где-то в голове. Я специально не говорю где, чтобы вы там ее не искали, чтобы вы нашли ее самостоятельно. Теперь попеременно глаза открыты. Глаза у нас при внутреннем видении всегда открыты. Попеременно поднимаем левую и правую руку. При этом отслеживаем, когда вы медленно поднимаете, у вас возникает такое легкое напряжение по руке. Легкое напряжение по руке, которое тянется откуда-то из головы. Где-то в голове есть точка, где это напряжение возникает. Точка, где это напряжение возникает. Переменно левую, правую. Найдите, скажите. Кажется, я нашла. Где? Может, там где-то вот здесь, сзади, чуть-чуть. Где-то вот здесь? Где-то вот здесь? Выше. Выше. Где-то вот здесь? Еще выше. Еще выше? Да, вот так, где-то. Еще. Но у меня там, но глубже. То есть не на черепе, а в... Глубже. Да. Хорошо. Хорошо. Одна точка. Ну, еще шея чувствуется как-то. Шея, понятно. Одна точка, да? Хорошо. Вот теперь все внимание в эту точку. Руки уже оставьте в покое. Mm-hmm. Все внимание в эту точку. Вы ее нашли. Все внимание в эту точку. Все внимание. После того, как вы сосредоточитесь на этой точке, вы сможете вниманием ее смещать. То есть вы будете смещать внимание, и вместе с этим вниманием будут смещаться ощущения. Теперь ваша задача сместить через центр головы, сместить внимание в центр лба. Через центр головы сместить внимание в центр лба. Появится такое легкое, у кого давление, у кого тепло, все немножко по-разному описаны, у кого-то холодок. Ощущение.
ощущения, центр ума. У кого получилось, поднимите. Хорошо. Теперь через центр лба, выводим это внимание у себя перед глазами. Где-то на расстоянии вытянутой ладони от себя. Ну, чуть больше. Где-то на расстоянии вытянутой ладони от себя. Просто выводим внимание. Просто некая точка, в которой вы удерживаете внимание. Как бы получилось, поднимите. Не хочется и глаза сразу задействовать. Ну, ничего страшного, пожалуйста. Да, пожалуйста. Теперь все внимание в эту точку, и вы вниманием полностью должны переместиться туда, внутрь. Внутрь этой точки. Полностью всем своим вниманием переместиться внутрь этой точки. Там будет некий объем. Такое ощущение присутствия себя в этом объеме. Вы как бы находитесь в нем. Там в принципе такая пустота. Некое пространство. Теперь ваша задача, находясь в этом объеме, вспомнить любое помещение, которое вы хорошо знаете. Любое помещение, которое вы хорошо знаете. Это может быть кабинет, может быть ваша квартира. Чаще всего это ваша кухня. Проще всего. Место, где люди чаще всего бывают. Больше всего. Единственное условие, там должна быть какая-нибудь горизонтальная поверхность. Стол, стул. Поверхность, на которую вы сможете поставить. Теперь мысленно поставьте на эту поверхность свечку. Мысленно поставьте на эту поверхность свечу. Свеча может быть любого цвета, любого размера, только не зажженная, просто свеча. Не зажженная, просто свеча. Свечу увидеть тяжелее, чем зажжённую. Но потушите ее мысленно. Потушили, теперь зажгите. Теперь зажгите. Запомните, как эта свеча выглядит, ее размер, форму. И оставьте ее там, пусть она горит. Пусть она горит в этом пространстве.
Ну, сами возвращайтесь и молимся. Сюда. Там пусть поблизости. Не все, отвечу. Пять минут перерыв, попить водички. Но она тут горит. Мысленно вы помните о том, что она горит, но при этом туда не заходите. Uh-huh. Вы помните о том, что она горит, но не подсматривайте, ничего не дорисовывайте, пусть она себе горит. Uh-huh. Запомнили пространство? Да. Yeah. Теперь заходим туда же. Мысленно в этот же самый объем. Там стоит та же самая свеча. Стоит та же самая свеча. Та же самая свеча. Но она немножко изменилась. Возможно. Возможно и нет. Что с ней произошло? У кого что? Она расплавилась, потому что она горит, чуть-чуть стало больше жидкого. Края. Мягкие. Обтекли? Ну, не то чтобы обтекли, а мягкие стали такие. Ну, в принципе, по времени не так уж много. Края. Что у вас там за свечи поставили? Такие? Понятно. Что происходит со свечой на самом деле в жизни? С обычной свечой, если ее поставить на 15 минут. Правильно, она должна прогореть. Там должно происходить все то же самое. В этом объеме все должно происходить то же самое. Если у вас там процессы такие же, все происходит точно так же. То есть свеча прогорает, а не превращается в белку. Ну, смех смехом, а такое тоже у некоторых бывает. Говорит, ой, я открыл, а там свеча в белочку превратилась. Ну, если превратилась в белочку, это не к нам. То есть процессы должны быть все точно такие же. То есть это не фотография, а живой процесс, который... Это живой процесс, да. Если это живой процесс, то тогда вы сможете диагностировать. Если это живой процесс, вы сможете... настроиться на нужного человека и так далее. Uh-huh. Это один из просто вот из таких вот входных моментов для того, чтобы научиться различать, где вы фантазируете, uh-huh. а где вы начинаете работать. Вы работаете с внутренним. Потому что очень часто у людей начинает включаться фантазия. Очень часто. И людей, которые думают, что они работают с внутренним видением, сейчас очень много. Потом начинаются рассказы о том, как они с ангелами общались, там, с инопланетянами. Там, вот инопланетный флот уже вот тут вот стоит рядом с Землей, я тут вот на космическом корабле летал и так далее. Ну вот я за собой заметил, Таша, говоришь, ну невозможно работать с внутренним видением. Ну, если ты за что-то переживаешь, то есть максимально надо успокаиваться, никаких мыслей, обнуления, сознания, а потом только можно что-либо делать. Для этого у нас есть подводник.